работаем. Что-то же делали серьезные по медицинской части в невесомости. Хвост у крысы отрезали. Успешно. Когда вы сможете дать людей, готовых делать операцию в космосе? Рядом со мной 7 хирургов, которые вызвались полететь на станцию. Всю операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. А девушку-то зачем? Ассистирует просто. А мне так удобно. Тебя еще не утвердили. Утвердят. Может, уже Нобелевскую речь приготовил? Приготовил. Может, присмотришься к ней? Вы готовы лететь в космос? Алло, Жень. Ну что, ты возвращаешься? Нет, мамуль, у меня тут еще одна командировочка нарисовалась. А куда? В Иркутск. Опять с космонавтами? Нет, с водолазами. Ой, я уже в самолете, просто сейчас взлетаю. Королев был прав. Космос не для женщин. Как ты думаешь, почему человеку так надо в космос? Потому что он существует. Мне страшно. Ты справишься. Ты отличный хирург. Я бы тоже тебя выбрал. Время 3:43. Приступаю к операции.